Шалом, вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут. В студии Любовь Горчакова. И сейчас коротко о главном. Храним единство народа, оберегаем индивидуальность каждого. В еврейской общине Владикавказа прозвенел первый звонок. С днем рождения, Тора Мицион. Центр еврейского религиозного образования отметил 20-летие. С собой нельзя. Растения для суккота будут изымать в аэропорту Бен-Гуриона. В Израиле запретили импорт ритуальных растений на суккот – лулав, мирт и иву. Это связано с необходимостью предотвращения распространения болезней у растений. Въезжающие могут привезти с собой один экземпляр этрога. При этом специалисты Минсельхоза должны проверить его на вредителей. Местные жители и гости без праздничных растений не останутся. Они растут в Израиле и перед праздниками продаются в виде наборов. В этом году первый день суккота придется на 23 сентября. По данным Израильского управления по борьбе с отмыванием капиталов и финансированием терроризма, в прошлом году значительно увеличилось число финансовых преступлений. Мошенничество и подделки на 26%, коррупция на 23%, финансирование терроризма на 10% и уклонение от уплаты налогов на 9%. Надо сказать, что Израиль остается одной из 7 стран, которые до сих пор не ратифицировали международный протокол об обмене финансовой информации для борьбы с уклонением от налогов. В этом списке Россия, Катар, Доминиканская Республика, Тринидад, Тобаго, Нидерландские Аруба и Сен-Мартен. В Израиле для 2,5 миллиона школьников начался новый учебный год. Из них почти 200 тысяч сели за парты впервые. Ко 2 сентября подготовлены 5 тысяч учебных заведений, в которых будут работать около 200 тысяч педагогов. Подготовительные и младшие группы детских садов также вновь принимают воспитанников, в том числе те организации, где проводились забастовки с требованием увеличить финансирование государства. Вовремя не начнут учиться 4 тысячи больных детей. Их преподаватели еще пока борются за повышение зарплаты. Урок истории, танцы и песни. Во Владикавказе отметили День знаний. Подробности в нашем следующем сюжете. Учение важнее царя Израиля, потому что если ученый умрет, некому будет его заменить. А если умрет царь, то весь Израиль может его заменить. День знаний в еврейской воскресной школе Владикавказа провели урок истории. Вспомнили о трагических событиях в Беслане, учителя рассказали ребятам о восстании в лагере смерти Собибор, о подвиге Александра Печерского, о том, как потом сложилась жизнь узников. Я рад, что вы не забываете наш подвиг. Я очень рад об этом. Об этом должны знать. Все в будущем, чтобы не повторилось. Знакомство учителей с первоклассниками состоялось в формате презентации, а потом преподаватели музыки и танцев провели вводные уроки. Для меня быть евреем – это просто быть евреем. И есть одно прекрасное слово – приобщать вас к еврейству. Вот для этого наша школа. Ну а напоследок старая добрая традиция. Все календари ребят намазали медом. Как гласит народная мудрость, если ученик слижет мед, то весь учебный год у него будет сладким, то есть интересным и успешным. Мазель тов! В отеле «Рэдисон Славянской» отметили сразу два праздника. 20-летие Центра еврейского религиозного образования Тора Мицион и день рождения его руководителя рава Давида Юшуваева. Подробности торжества узнаете в следующем сюжете. Я благодарен Всевышнему за то, что он мне дал возможность прожить жизнь, зная, в чем заключается настоящий смысл. За то, что я являюсь частью своего народа. Спасибо, что помог мне найти это бесценное сокровище. Спасибо, Тора Мицион, за этот бесценный подарок. Свобода выбора – высший дар человека. Но воспользоваться им можно только, когда есть из чего выбирать. Уже 20 лет Тора Мицион помогает евреям Москвы сделать правильный шаг, познать культуру своего народа и обогатиться духовной жизнью. Мы постепенно с маленького колеля, маленького учебного заведения открыли большое заведение. И сейчас у нас, слава богу, уже много-много сотен ребят. Тогда, в конце 90-х, это было утопической мечтой. Раввин Давид Юшуваев семьей переехал в Москву из Израиля, чтобы возглавить Центр еврейского религиозного образования. С Божьей помощью, когда мы приехали 20 лет назад, я думал, что я приезжаю на один год, потому что не знал, что есть какой-то потенциал, чтобы община развивалась. Всевышний дает силы, чтобы дальше продолжать
заниматься божественной деятельностью для блага еврейской общины Москвы и России. Тора Митцион отмечает 20 лет, Рав Давид 50. Поздравить его пришли более 500 человек. Родственники и друзья, ученики и коллеги. Практически все люди, которые здесь присутствуют, каким-то образом соприкасались с этой организацией. Надо отдать должное всем, буквально, кто не работал. Но особую честь мы должны все-таки оказать раввину Давиду Ишеваеву, который все это на себе он построил. Он разбивал и до сих пор держит руку на пульсе. Это действительно праздник на Еврейской улице. Это не просто слова. Это ежедневный труд, ежедневные результаты. И тысячи людей, которые приблизились к еврейству благодаря и дорогому раввину Ишеваеву, и его организации, и всем тем людям, которые его окружают. Просто мазаль тов. И спасибо ему за все. Желаю раввину Давиду Ишеваеву, его жена Елет и все руководители организации Тора Митцион, большой успех, и 20 лет – это молодость до 120. Мы любим Давида и процветание его центру, его большой многодетной семье. У него выросли дети, пока он занимается нами всеми, чужими детьми. Так что успехов, процветания многих лет. Я хотел бы лично пожелать Давиду, его коллегам, преподавателям, что продолжали работать еще как минимум 20 лет. А там, как у нас говорят, Адмер Вейсрим, ему лично с днем рождения, Йом Улядет Самех. Свои поздравления прислал и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Их со сцены прочел посол в России Гарри Корен. Президент благотворительного фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев поздравил собравшихся лично. Вот здесь стоит сейчас цифра 20. С Божьей помощью, чтобы там стоял когда-то цифра 120. Если даже мы не будем тогда, когда будет цифра 120, но наши души, они будут здесь. Я это вас уверяю. С наступающим праздником! И на этом у нас все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи!